никуда тут не деться. Будешь как миленький это любить. Будешь как проклятый в это глядеться. Будешь стараться согреть и согреться. Луч этот бедный поймать, сохранить. Очередь завод сохранился, потому что для поселка Вербилки этот завод является, ну, скажем так, градообразующим. Здесь нет больше таких крупных производственных предприятий. Вот, и исторически так сложилось, что люди, которые живут в поселке Вербилки, они целыми поколениями работали на этом заводе. У людей есть заинтересованность все-таки на этом заводе работать, возродить те старые традиции, которые здесь существовали. Вот, и именно, наверное, благодаря этому оптимизму, энтузиазму людей, которые сейчас здесь находятся, этот завод до сих пор существует. Я и родилась в Вербилке, живу в Вербилке. И работаю в Вербилке. Я штампую. Это штампик ставится, чтобы было, как вам сказать, красиво это. Люблю, конечно, свою работу. Нравится она мне. Я пришел сюда, потому что, ну, мне понравилась сама идея. Мне захотелось помочь возродить эти традиции и в дальнейшем, ну, жить, как и все люди. Вот этой вот идеей восстановления былой славы завода, бренда «Гарнер», ну и так далее. Выполнение плана великих работ. В дни невиданного геройства пролетариата, дни подъема социалистического соревнования, перекликаются шахты заводами. Планируем восстановить семейную усадьбу Гарнера. Гарнер – это основатель нашего завода. На данный момент сохранился только фундамент от этого дома. В 80-е и 90-е годы на этом месте существовали там различные здания, вот, но, тем не менее, фундамент до сих пор остался. Мы хотим восстановить полностью архитектуру здания. Вот, и в дальнейшем в этом здании мы планируем организовать музей, где мы будем экспонировать не только нашу продукцию, да, и там в том числе историческую какую-то продукцию, но в том числе мы будем экспонировать исторические документы, которые у нас сохранились на заводе в оригинале различных периодов завода, да, существования там и в советскую эпоху, и в досоветскую эпоху. Вот, там различные есть табели, какие-то приказы там, и так далее. Это договор о продаже завода. Елизавета Гарнер продала завод Матвею Сидоровичу Кузнецову. Вот устав, кто спрашивали. И как долго он действовал? Наверное, до революции. Потому что после революции завод стал государственным.
вот все говорю, вот я хожу в Дом культуры еще, я пою романсы в хоре, арии заперед пою. Вот, и я вот считаю, что у меня три дома. Отчий дом, где я родилась. Вот. Второй дом – это вот завод. Я с радостью сюда прихожу. Пусть и тяжело бывает. А третий дом – Дом культуры. И вот это вот моя родина, понимаете? Вот. И так у всех. Щелкнешь на память мне родину эту, всю безответную эту любовь. Музыку эту, Зыкину эту в окошке любом. Бестолочь, сволочь, величие это. Ленин в разливе, Гагарин в ракете, Айзенберг в очереди за вином. Бог еще дает здоровье. Да, а что толку-то работать? Надо котельную. Котельную надо. Что-то воды горячей нет. Ну как без воды горячей? У вас нет воды горячей? Нет, конечно. Нет. Раньше фарфор был. Вот его прям берешь на свет. Он просвечивался насквозь. А сейчас... Ну, раньше работал 2000 человек, а сейчас, я даже не знаю, 300 работает или нет. Все разрушили. Да, все разрушили. Снести его никто не снесет, но и работать оно, наверное, не будет предприятие. Да нет, закон это все его все нельзя рухнуло. Просто снести. Потому что это государственная ценность. Можно сказать, как памятник Гарнеру. Вот, какая-то вот тяга, понимаете, вот. Ну, а потому что это преемственность поколений. Моя мама здесь работала, моя бабушка здесь работала, дедушка, правда, дедушку я не застала, он умер еще до войны. Ну вот. И вот эта вот преемственность, как тут, понимаете, в крови. И вот сейчас она прервалась. Нет, я человек здесь новый, относительно новый. Я пришел на завод пару месяцев назад. И я откровенно признаюсь, я сюда пришел не потому, что мне хочется там заработать какое-то там невероятное количество денежных средств. Ну, у нас дело все, конечно, упирается в зарплату. У нас очень маленькая заработная плата. 12-14 тысяч. Это же очень мало. Очень мало. Не задерживают? Не задерживают? Задерживают. Задерживают. Вот. В перспективе мы также планируем организовать лосиную ферму. Запустить ее. Как вы знаете, Вербилки, поселок Вербилки, символ поселка – это лось. Жалко, конечно, завод-то. Жалко. А у нас сейчас какая? На традиции. На пенсию провожают. У меня дочка здесь работает. Она? Дочка работает в туннельном цехе. Нравится, нравится. Она забирает вагоны товара. Ну, вот такие вот. И вот все, вот кто здесь работает, все такие вот одержимые. Да, Оль? Одержимые. Стараются все. Вот видите, вот что бы ни было, все стараются. Только бы, Господи, запечатлеть
Свет этот мертвенный над автострадой, куст бузины за оградкой детсада, трех алкашей над речной прохладой, белый бюстгальтер, губную помаду. И победить таким образом смерть.